Да кишок. Блин. Я даже не понял, как попасть там, чтобы в пазы, чтобы потом болты закрутились. Тоже заранее посмотреть надо. Я что-то брал в прокат, и мне показали инструкцию, как пользоваться каким-то там... Инструменты? Да, каким-то инструментом. Но я снял ее для себя, потому что знаю, что в одно ухо влетело, в другое вылетело. И, короче, это видео просмотрело очень много народу, потому что этим никто не знает, как пользоваться. А, вот штроборез я брал, вот. Этот, для проводки в квартире. Казалось, что еще, видать, никто не снимал такое видео. Че, пойти? Ну, иди. Так, вспомнить еще. Мешает, не? Да нет, не мешает. Как вы поняли, в какое положение нужно вот повернуть эту штуку, чтобы... Вот здесь у него пазик есть. То есть вот такая выемка на корпусе. Там корпуса. Внутри, да? Да, то есть она попадает как раз напротив букашки. Ты что-то крутил, крутил. Там все черно. Эти перчатки я в парке выиграл. Выходные были, там конкурс какой-то. На халяву достались, а цвет мой любимый. Так, и два маленьких должно быть. Так, тут нету. А вот они. А вот эту штуку вынимали уже когда поставили туда, да? Одновременно вставляя, она... А, она вылазит, да? Да. Вот, а я эту штуку выдавил. Думал, какая-то хрень валяется, вытащил. В итоге начал собирать, вот это вот вылетело. Потом начал эту затаскивать, вот эти отломал. Блин. Я даже не заметил, как она вылезла. На видео, может, осталось. Да, вот. Внимательно смотрел же и не увидел. Надо потом посмотреть. Ну, хотя вряд ли уже понадобится, надеюсь. Продумать. Ну, мало ли, может, кому-нибудь понадобится. Да. Наверное, понадобится, потому что вот по матизовским стартерам нету. И еще, я так понял, двух видов. Мондо и Дельфи. Ключик дать? Да нет, необходимости так.
Не рассетывается. У меня ключики есть. Не, мы их подтянем, это в любом случае, когда ставить будем. Сейчас сходим проверим, насколько на самом решетке он работоспособен. Все, выключаем.